Лаборатория Касперского разоблачила, возможно, самую масштабную и инновационную киберслежку в истории. Об этом сообщает агентство Рейтер. Разработчик антивирусов обнаружил американскую шпионскую программу, которая первой в истории научилась заражать операционную систему жестких дисков сразу 12 основных производителей компьютеров. Таким образом, хакеры получают доступ ко всей начинке компьютеров, а внедрение специального червя позволяет делать это даже в том случае, если техника отключена от глобальной сети. Специалисты лаборатории уже выявили зараженные компьютеры в 30 странах. Больше всего их в России и в Иране. В нашей стране программу шпиона обнаружили даже в правительственных учреждениях, а также в исследовательских институтах, на объектах энергетики, в университетах, в военных ведомствах, на предприятиях аэрокосмической отрасли. Лаборатория Касперского прямо не называет того, кто шпионил за всем миром, однако в прессу просочилась информация, что речь идет об агентстве национальной безопасности США. И один из его бывших сотрудников на условиях анонимности уже подтвердил эти выводы.